Привет, меня зовут Крис Пратт, и я исполнил роль Звездного Лорда в фильме «Стражи Галактики», часть вторая. Мы на площадке, и я хочу вам кое-что показать. Это наш реквизит. Вы посмотрите, крутая штука. Мой бластер. О, это вещь. Хотите такой? Разве не прелесть? Срочно заведите малыша Грута и уоки-токи. Портативная рация. Берешь, включаешь, гуляешь и болтаешь. О, да, самый любимый реквизит, который я с радостью вам покажу. Бицепс Дэвида Батисты. Зацените. Боже мой, просто камень с ума сойти. Вообще, Дэйв Батиста крутой реквизит, на него можно залезть, играть с ним, щекотать, и, как видите, он в восторге. О, есть еще стрелы. Возьми, Дэйв Батиста. Дэйв Батиста определенно лучший. Ножи Дракса. Возьми, Дэйв Батиста. Обожает играть со мной. Что, поиграем, Дэйв? Вперед. Ты чего? А, привет. Привет. Да, прости, я просто вспомнил, как круто вышли сцены в фильме. Какие? Все до единой. Marvel представляет «Стражи Галактики», часть вторая. Да, согласен с тобой. Поднимите руку, если знаете, что это. А, вот это я не учел. А ваших рук-то мне не видать. Несколько веков назад, когда вас еще не было, изобрели вот это. Устройство с одной простой функцией — играть музыку. Здесь нет тачскрина, никакого стрима. Когда слушаешь кассету, начинаешь сначала и слушаешь до конца. Нельзя миксовать, никакой тебе перемотки, не поставить трек на повтор. Кассету слушаешь, как будто сидишь на концерте. Музыкальное, удобство и комфорт на ходу. И назвали его Walkman, потому что с ним можно гулять, чувак. Не вздумай нажать на эту кнопку. Потому что тогда сдетонирует бомба и всех нас поджарит. Теперь повтори, что я сказал. Я изгой. Нет! Это кнопка, которая всех нас убьет. Давай еще раз. Я есть Грут. Я есть Грут. Ага. Я есть Грут. Нет! Кого-нибудь есть скотч? Хочу замотать эту кнопку смерти! Не, скотча у нас нет! Ну или синяя изолента хотя бы! Ты атомную бомбу с собой таскаешь, мог бы и изоленту прихватить! А чё я-то крайний? Хорош припираться! Ну, спасибо тебе, дерево. Работаем, народ! Да! Есть скотч? Хочу замотать эту кнопку смерти! Не, скотча у нас нет! Ну или синяя изолента хотя бы! Ты атомную бомбу с собой таскаешь, мог бы и изоленту прихватить! А чё я-то крайний? Хорош припираться! Ну, спасибо тебе, дерево. Marvel представляет «Стражи Галактики», часть вторая. Одним касанием я могу считывать чувства. Вот ты явно влюблен. Да, наверное, я влюблен в эту жизнь, в этот удивительный мир. Женщину? Ты желаешь ее? Да брось, что за чушь? Вот эту? Это бред! Она взяла и открыла всем твою самую страшную тайну! Чувак, успокойся, она ничего не знает обо мне. Увидела мысли твои срамные! Давай меня теперь проверь! Кино с 4 мая.